Сделать праздник, уютно расположившийся в череде рабочих будней, по-особенному приятным и незабываемым. Именно такую задачу ставили перед собой сотрудники областной госавтоинспекции, планируя проведение праздничной акции. Со своими подарками и сюрпризами к правоохранителям присоединились представители компании «Белнефтестрах» и первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области. Сегодня мы поздравляем всех наших дорогих, горячо любимых мужчин. От лица госавтоинспекции мы сегодня будем поздравлять дисциплинированных водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, которые все в порядке с документами и которые, в свою очередь, являются сильной половиной человечества и которые мы с удовольствием хотим сегодня поздравить. Реагируя на взмах жезла в руках очаровательной представительницы госавтоинспекции, автомобилисты-мужчины некоторое время после остановки оставались в недоумении. Видя такой наплыв внимания журналистов и камер, они неуверенно доставали документы, немного конфузясь. Однако, как только в их адрес зазвучали слова поздравления с праздником, водители быстро включались в диалог. Ну, мне нравится. Первый раз за все, которое я езжу. Я на автолюбитель с 87 года. Работа, ездим. Нравится, нормально. Уважение к людям, уважение к участникам движения. Прекрасно. Нет. Не ожидал. Кстати, в качестве одного из сувениров сотрудники госавтоинспекции подготовили для автомобилистов уникальные в своем роде световозвращающие элементы в форме мужских галстуков. Таких сегодня в продаже не найти. Поэтому участники праздничной акции стали редкими обладателями такого эксклюзивного подарка.